Гравитация не восстановлена. Тебя же просили, Квилл. Я сделал все как... На что еще способны его пушки? Я впечатлен. Ты такое умеешь? Я сам в шоке. Его оружие становится все смертоноснее. Уже второй раз улучшаются. Третий. Если это третий, то когда был первый? Когда меня похитили, и мама умерла. Нужно продолжить выполнять задание ЦАД. Сначала надо разобраться с обломками. Я есть Грунт. Грунт прав. Немного энергии решит проблему. Бьюсь об заклад. Этот кобель знал, что нас тут ждет. Уговаривать его не пришлось. Скажите Квиллу, что нам нужно убрать это с дороги. А кто были те красные дуболомы? Кровные братья, пара дебилов. Леди Хеллбендер их прислала. Я не смогу сдвинуть это оборудование. Расскажи мне о своем задании. Зачем? Я ищу общие темы для разговора. В мозгу у тебя сила притяжения не включилась. Питер, можешь что-нибудь сделать с этой штукой? Слово? Я есть Грунт. Ладно. Грунт хочет, чтобы мы договорились о кодовом слове. Неплохая мысль. На случай, если нас возьмут в плен. Подсчет для пса. Что-то заставило экипаж покинуть корабль. Может, они уволились? Не всем свойственно сбегать при первой же проблеме. Это намек? Нет. Адресная критика. Я есть Грунт. Это единственный выход, но нет электричества. Отдельная цепь питания. А переключить на нее напряжение? Не у меня пушки с электричеством. Интересно, много народу спаслось? Не очень. Объясни свою оценку. Живые посылают аварийные сигналы. Нормально. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Вметь. Тут все прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка удержать оборону. Подходящее место. Все произошедшее связано с этим кораблем. Может, твоя подружка, повстречав тебя, спятила? Питер Квилл не способен вдохновить на такие бесчинства. Ладно, проберемся в каюту Карел. Скажите-ка Квиллу! Да хватит уже. Я знал, что пригодится. Откуда у тебя их ключ? Ники дала, чтоб мама не отняла. Давай продадим. За такой 1000-2 дадут. Ты в курсе, что делают в корпусе с теми, кто их обворовывает? Я не вру. Оглядись! На что спорим, что тут уже некому нас казнить? Опять тупо поглазеть нужно было? Ладно, погнали. Здесь только резервное питание. В отчет для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Что мы упустили? Давайте сначала. Нас арестовала твоя подруга. Как великого объединителя Рейкера. И его корабль взорвался. Не с этого ли все и началось? Может, Рейкер что-то вез на корабле? Может, газ? И случилась утечка? Я раньше такие штуки подстраивал.
ты надеешься здесь отыскать? У Ники по всему кораблю были секретные ходы. Она могла оставить тайное послание. Ты к ней неравнодушен. Ну, наверное. В смысле, у нас с ней много общего. Она мне напоминает меня, знаешь. Я не знаю. Неважно. Я хочу убедиться, что с ней и Карел все в порядке. Так что там у Квилла с этой девчонкой, которая кадет? Не знаю. Я думала, спас ее, чтобы впечатлить Корел. Я есть Корел. В смысле получилось? Трекер-то стоит. Друг леди Хеллбендер послала огромное чудище за нами. Ну да. Откуда ей знать, что мы здесь? Говорят, у королевы чудовищ глаза по всей галактике. Зря я не поел как следует на забвении. И я. Вот бы тамошней лапши. Она лучшая. Не, лучшие пирожки с фумом. Отправься мы за Фин-Фан-Фумом, ничего этого бы не было. Узнать бы, как тут все устроено. Мы бы поняли, где все началось. Ты знаешь, где мы, Гамора? Нет. Мне экскурсии по кораблю не устраивали. Тогда доверять тебе было неразумно. Ты опять? Я лишь поддерживаю решение корпуса Нова не доверять тебе. Чем больше мы ругаемся, тем больше упускаем. Блестящая речь. В рекламе подсмотрел. Я к тому, что у нас проблемы, и нам нужно работать сообща. Кто-то мы тут в потьмах блуждаем. О-хо-хо! Какая красота! Кончай флиртовать. Это должно быть вверх тормашками. Ну, только если тебе нужно направить всю энергию в потолок. Бессмыслица. Наверняка есть причина, и плохая. Проверь консоль. Она поможет перевернуть ядро. Или отпернуть. Ракета. Манипуляторы не выдвинуты, и консоль заблокирована. Сможем вытащить их, перевернем ядро. Квилл, кончай дурака валять. Эта штука без манипуляторов, как без рук. Пора начинать. Таинственной маски Питера Квилла указать.